Венинговый автомат по производству сладкой ваты. Умеет продавать 28 вариантов детского лакомства разнообразной формы и цветов. Прежде чем я покажу, как автомат производит сладкую вату, давайте подробнее рассмотрим его комплектацию и как устроен автомат. Автомат установлен на усиленных поворотных колесах, которые имеют удобную функцию опускания ножки. Замок автомата резьбовой. В комплекте 3 ключа. Ответная часть замка подпружиненная самозажимная. Это удобно тем, что дверь достаточно просто плотно прижать, а не завинчивать винт. Автомат поставляется с купюрой и монетоприемным устройством. Отсек хранения оплаты расположен с тыльной стороны двери и имеет отдельный металлический бокс. Снизу под отсеком выдачи ваты есть отсек для хранения. Сверху аналогично есть отсек для хранения комплектующих. Над отсеком с печью, где происходит, собственно, процесс производства ваты, располагаются емкости с сырьем, с сахаром, который подается по магистрали к печи. Кстати, немного о магистрали. Сахар к печи поступает по трубке из нержавеющей стали. Вода же для плавления сахара поступает по отдельной тонкой трубке. Это сильно выгодно отличает наш автомат от аналогичных, где вода и сахар смешиваются в одном месте, ведь это ведет к забиванию трубки. В отсеке с печью располагается манипулятор. Эта автоматическая рука руководит всем процессом изготовления. Под печью располагается отсек для хранения трубочек, выполнен из пищевой нержавеющей стали. Чуть ниже бак для сбора отработанной воды. Под манипулятором располагается бак с чистой водой. С тыльной стороны автомата находится отсек со всей электроникой. К нему подходит отдельно два ключа из комплекта. Также хочу обратить внимание на комплект инструмента, поставляемого вместе с автоматом. Это комплект шестигранных ключей для разборок разного типа. Это шампур для чистки емкостей с сахаром, если вдруг он забьется. Лейка для заправки сахара в отсеке хранения. Это ключ для снятия головки печи для ее чистки. В комплекте также будет индикатор заземления, чтобы убедиться, что в розетке есть заземление. Это важно для автомата. Отвертка, металлическая щетка для чистки головки. В комплекте 5 ключей.